И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен и Final Fantasy VI, которым мы с вами продолжаем проходить. Как помните, в предыдущей серии мы с вами заполучили, в общем-то, воздушный корабль под названием Сокол, который некогда принадлежал подруге, ну и в какой-то степени наверняка возлюбленной Сетцер, который, в общем-то, на этом же самом корабле и разбилась благополучно. Но корабль цел, жив и орел, потому что... Точнее, Сокол, потому что Сетцер его восстановил. Да. И, в общем-то... Птичка нас привела в эту деревню, поэтому давайте зайдем и посмотрим, что нам хотят сказать. Это у нас Маранда. Хорошо. Что скажете? Рыцарь был здесь недавно. Он был удивительным, но его сердце было полно хаоса. Когда он сможет справиться с болью, он будет самым могущественным воином на земле. Вообще, отойдешь ты, может быть, уже. Возможно, это, кстати, намек на Сетцера. Ой, Сетцера, господи, Циана. Возможно. Не факт, но возможно. Я бывший вор. Мой старый сообщник часто бормотал во сне. Направо от сундука с сокровищами. Да? Вот от какого сундука с сокровищами направо? Ну, вряд ли от этого. Что за сундук с сокровищами? А, вообще, нам сейчас нужно пойти... Я думаю, в Нарше первым делом, если честно. Ну, после того, как мы разберемся, что здесь с птичкой. Недавно здесь пробегал один странный пацан. Ко всем он обращался на «вы». Хм. Кто у нас обращается на «вы»? Из-за этого периода хрен его поймешь вообще, если честно. Я много узнала о нашем новом мире от воров и путешественников, которые проходили здесь. О чем мне рассказать? О Нарше. Где оно? Что оно? Угу. Ну, там же, где и обычно, в принципе. Хотя, куда бы она делась? А, то есть... А, просто где находится он? Я думала, что-нибудь скажет интересное. Так, ладно, Вильд. Не, подожди, замок дома. Где находится замок дома? Угу. Ну, я поняла, поняла, давай. Ну и Вельт, в принципе, и так понятно. Кстати, Вельт. Нужно Гау найти. Ну, в принципе, да, пещерка. А может быть, он, кстати, там где-нибудь обитает. Теперь Маугли наш с волками бегает. Акела, Акела. Так, ладно. Вы знаете, что парень Зозо говорит, это место опасно. Он единственный парень в этом городе, кто говорит правду. Возможно, он поможет вам. Угу. Ваше собственное прошлое, возможно, ваш самый страшный враг. Друзья, семья. Все это нужно забыть. Че это нужно забыть? Упали, что ли, вообще? Это все так по кругу бегает, баламутка. Недавно Лола стала получать много писем. Должно быть, того парня из Моблиза. Так он все-таки живой? Птичка. Во, кстати, да, почта. Раньше, я раньше был вором, я поднялся на башню последователей Кевки, несмотря на опасность. Но я был ранен и был вынужден вернуться обратно после первой комнаты с сокровищами. От сокровища направо. Может быть, имелось в виду как раз-таки это место. Так, Лола. Ух ты, нифига, сколько цветов. Взгляните, мой друг из... Ну, дружок. Короче, мой бойфренд из Моблиза послал мне все эти цветы. Они все сделаны из шелка, а это письма, которые он написал мне. Чего такой? Разве Моблис не был уничтожен Кевкой? Кто-то еще должно быть написал это. Прочитать письмо. Ну, нехорошо, конечно, читать письма, но давайте. Моя любимая Лола, мы все еще пытаемся восстановить этот город. Если все будет хорошо, я скоро смогу вернуться к тебе домой. Этот почерк. Он весьма похож на Циана. Но откуда оно отправлено? Циановский почерк. Вы могли бы прицепить этот ответ от почтового, на почтового голубя? Сделать? Ну да. Заодно посмотрим, куда он полетит. Так, чё это Циан тут любовные письма писит и писит? Из шелка тут роза ваяет. Чё это такое вообще? Так, и куда-то полетело. Ну, хватит кружить-то уж. Прилети куда-нибудь.
Очень интересно. Намек ясен. Так, я с тобой говорила? Так, а с тобой? Да стой ты. Рассказал тайну, чтобы он был вынужден убежать и скрываться. Ну так может ты поделишься как-то этой тайной, нет? Чтобы еще раз второй раз надо говорить. Стоять! Ну ладно. Так, ты? Так, ладно. Корабль. Ну, пойдемте посмотрим, что там чем Циан, точнее, занимается. Я в Нарш хочу. А, это Зузо. Господи, не признала что-то. Как я ненавижу этот город. Так, ну ладно, здесь должен быть где-то парень, который говорит всю правду, в отличие от остальных. Поэтому, глядишь, нам даже и повезет. Тут я зря, конечно, сделала. Они так умирают. Это хорошо, кстати. Это значит, что мы, в принципе, по уровню более-менее еще нормалды с нами. Все. Но все равно нужно уже начинать потихоньку качаться. Так, ты что-нибудь новое скажешь? По коже у вас есть часть мельсай. Хотите узнать больше? Нет. Зузо? Никогда не слышал. Так, ну пойдемте в паб. Так, что скажешь? Ну иди сюда, я не буду за тобой бегать. Сволочь. Секунду. А, это все еще про эти часы долбаные. Так. Я тебя сохраню, чтобы не тратить время, в случае чего. Нет. Или да? Подняться просто на второй этаж или нет? Ой, противная баба. Так, заканчивайся, женщина. До свидания. Замечательно. Так, тихо, подожди. Ой, далековато. Слушай, вот это вот что? Что за чекопетня такая? Ой, нет, слушай, подожди. Мне кажется, я зря сюда иду, потому что у меня никаких этих самых прямых отсылок, потому что мне нужно именно туда. Давайте сперва обойдем каждую дверь и посмотрим, куда что ведет. Точнее, есть ли какие-то изменения на первых этажах вообще. Там уж видно будет. Где Циан может прятаться? Может, он на крыше сидит? Там, где раньше этот мужик сидел, каратист недоделанный. Вообще, я помню... С домой будет связан очень любопытный квест. И, кстати, по-моему, ну как квест? Нам там придется побывать, что, в принципе, я думаю, так понятно. Возможно, кстати, там будет дракон. Вообще, половина драконов вроде как в таких сюжетных локациях в процессе нашего поиска друзей. А вот половину другую придется, по-моему, искать своими силами. Здесь безопасно. Да что ты. Что-то как-то все плохо. Ой, как меня бесит этот город, серьезно. Как я его ненавижу. Непонятно, куда идти, что ты. А, еще нападают. Ох, тоже здрасте. Блин, Локи не хватает. Он бы сейчас что-нибудь стыбзил у него. Ну куда ты умер-то? Ну, я хотела посмотреть, что там будет. Противный. Удивительно, кстати, что здесь не обновились враги. Вообще никак. Ну ладно. Что здесь? Так, вы там куда идете? Так, так, хорошо. Великие люди. Что за часы? Ой, как я тебя ненавижу. Зо-зо, ненавижу.
Жалко, нет какой-нибудь этой самой мощи какой-нибудь, мощей каких-нибудь, которые бы отменили бы вот эти рандомные бои, потому что бесит серьезно. На карте мира я еще могу понять, но, блин, когда через каждый шаг в городе невозможно жить, ты же так же ж, черт возьми. Знаешь что, давай-ка я, пока я тут, я тапки надену на скорость. Например, где они тут? Нет, это спешка, это не то. Вот. Просто, чтобы чуть-чуть побыстрее передвигаться, потому что это одище какое-то. Ненавижу этот город, боже мой, будь он про... А, еще эти стоят тут. Сейчас дождемся, пока этот свалит. Стоять! Пробка! Стоять строй. Ничего новенького, да? Еще чихну. Ой, пардоньте. Еще раз, и я поднимаюсь на какую-то верхотуру, куда мне вполне возможно даже и не надо. Так, ладно, у нас было еще одно место. Я, правда, не помню, где оно было. В смысле, помнить-то я помню. Я вот не помню, была ли тут гостиничка какая-нибудь. По-моему, была. Или я наркоманю. Это паб. У нас просто наверху еще здание есть. Вот гостиница ли это или нет? Я не помню. Ненавидеть просто этот город. Ну, серьезно, хуже этого города может быть только башня этих культистов. Ну и, в общем-то, башня Кевки, естественно. Ну, даже она помнит. Хотя нет, она тоже бесит. Так, вот она, эта гостиничка, точно. Слушай, а вот ты с нами разговаривал вообще когда-нибудь? Поднимайтесь по лестнице здания паба, и вы найдете путь, ведущий к... Мру? Мэру, может быть, Зузо. А, Циан, может, стал мэром Зузо? Я не помню, если честно. По лестнице здания паба. Этим ржавым ключом вы можете открыть эту дверь. Ну... Глупо, конечно, было бы отказываться, я думаю, да? И свалил. Нет, не свалил. Так, но все равно давай зайдем. Все здесь, в принципе, то же самое. Ой, господи, дай бог памяти. 6, 10, 50, по-моему, да? Еп. Вряд ли, кажется, что-то обновилось. Ну ладно. Здрасте. До свидания. Так, ну здесь... Нет, здесь все то же самое. Ну да. Не, я, конечно, могу перепрыгнуть. Я же могу перепрыгнуть? Нет, я не могу перепрыгнуть. Я просто могу поставить, посмотреть. Нахрен оно мне надо, мне надо выйти отсюда, папа, скорей. Женщина, простите, конечно. Но не соблаговолите ли свалить с моего пути? Тем более, что и опыта с вас не очень-то сыпется. Ой, ненавижу этот город, боже мой. Презирать. Хоть бы что-нибудь пихнули за повторное посещение, не знаю. Так, пап. Посмотрите, если бы я туда еще поднялась, потом бы спустилась. Ах! А потом опять. Ах! Ужас. Так, первый пошел. Второй. До свидания. Не, на самом деле хорошо, что они слабенькие, потому что сейчас бы еще за ними, точнее, драться с ними, тратить на них время. Так они хотя бы помирают с первого удара, и ладно. Где-то там дверь-то была. Может, тут вообще вряд ли. Он же сказал на самом верху. Нет, иди нахрен.
Ненавижу я этот город, будем проклят навеки. Та-та-та. Все, молодец. Поэтому я сокращу время своих блужданий. А, точно, здесь же была дверь запертая, только вот какая. Блин, что значит блин? Что-то я упускаю. Секундочку. Я что-то не вижу, да? А! Что значит, блин, ты этот был? Гора Зазо. Гора Зазо? Окей. Горы. Как я люблю горы. Подожди минутку. Ненавижу горы. Да не, люблю, конечно. Но не гору Зазо. Урс, что? Так, я надеюсь, они тут не прокачаны, в отличие от городских. В очень неприятном сие открытие. Ты умер? Ты умер, слава богу. Значит, в принципе, посильная задача. Ха-ха! Вломись. Что-то жирненький. Слушай, он вроде спиной стоит, но он при этом... Атаки что-то как-то ни о чем. 5000! Можно я останусь здесь навечно? Мне уже нравится это место. 5000 за такой... 5000, Карл! Господи, здесь же можно на алмазную броню награбить бабла. Награбить бабла, что? Вы поняли, красная кепка. Ой, как я не люблю все вот эти хитросплетения, когда не понимаешь, как к сундуку пройти. Направо от сундука с сокровищем. Все очень плохо, мы поняли. Что-то вообще не очень, да? О, мимо. Плохо. Так, физические атаки Селис как-то ни о чем. А, он умер. Не, просто когда такие гиганты, еще и цветные, обычно они могут что-нибудь скастануть такое, что прям убьет всю партию. Поэтому лучше, если их видеть. Если не убегать, то быть хотя бы на стороже. Так сказать. Так, вот я хочу к тому сундуку. А, я уже вижу. Тяну щит. Это, конечно, очень здорово. Но... Че, наверху? Подожди. Я вот не могу понять, мне как бы по умолчанию вниз или мне по умолчанию вверх? А вверх? Ну как. Ладно. Сейчас разберемся. Возможно. Что, возможно, здесь есть какой-нибудь проходик, который... Отдай, тварь! Отдай мои 8... Сколько там? 1000 отдай, сволочь. Отдай, верни. Все, вернули, еще и получили сверху. Скотина какая, а? Зачем медведю деньги? Просто зачем? Восполнить ущерб, нанесенный Машенькой? Да что, в чем вообще причина? Ты вроде не сорока там никакая, на блестяшке не агрится. Я хочу туда. Чёртовы сундуки. Вообще примечательно, что мне здесь выдали ледяной щит. Так, сейчас что-то тупо получилось. Ай, сраный логоморф. Ты так помрешь. Давай попади, Сабин. Ой, Эдгар. Блин, напить? Ну, нет, мимо. Вот когда я заметила, когда маска и пила, он почему-то промахивается. Ну, в большинстве случаев.
Давай, умирай уже. Ой, надо лечиться. Потом, ладно. 700 опыта и 2500. Так, ладненько. Я думаю, имеет смысл полечиться с помощью магии, которую мы за Эдгар, например, практически... Знаете, что я тупанула? Я не посадила на Сетцера никакого эспера, вообще ничего не сделала. Как... Ой, это я сейчас зря сделала, кстати. Какая молодец! Просто умница. Ладно, сейчас. Или посадила? Нет, не посадила. Конечно, зачем? Так, это не нужно. Это нет. 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 Было возможно. Нет. Голем, Серафим. Вот я прям-таки даже не знаю. Вот это бы, кстати, поставить. У меня жизньки не прокачаны. И возрождение тут. Можно было бы, можно было бы. Блин, мне оболочка нужна. Но мне нужен какой-нибудь эспер, который быстрее ее прокачивает, потому что вот это просто дичь. Давай Серафимчика пока что. Подожди, а что там? Антидот возрождения, лечение. Ладно, пускай будет пока что так, там разберемся. Хорошо. Все, спускаемся. Деваться особо некуда. Так, мне как-то нужно налево. Тут, в принципе, линейно, кстати. Это радует. От какого все-таки, интересно, имелось в виду сундука направо? Слушай, ты задрал меня. Че тебе надо? Тебе одного раза мало было? Да, как-то вообще странно сейчас было. Ладно, блин. Знаете, вот некоторые легко попадаются, ну, то есть, например, кристаллы несложно выбить, достаточно практически, считай, первый раз попасть, чтобы потом как-то они сами как-то примагничиваются, а вот какую-то самую умную вещь, вот ее хрен выбьешь. На самом деле. Может, ты хоть раз попадешь, Сабин? Эдгар, господи, почему опять путаю? Лопнулась. Слушай, подожди. У Селис, интересно, там выучилась? Просто если да, я бы ей поставила что-то, что ей качает магический запас или что-нибудь такое. Так. Тихо. А что он там делает? А, во, как раз-таки у меня оно и стоит. Не хотелось бы, конечно, убирать. При повышении уровня 30% от имеющихся емок. Ты прикинь, да? Не, ну это убирать нельзя. Хотя, конечно, прокачать бы что-то. С другой стороны, здесь прокачивать, здесь не так много сыпется. Вот рассеивание, в принципе, не такая нужная вещь. Вытяжка. Ну, она неплохая, конечно. Но не сегодня, короче. Так, подожди, а... Сейчас класс почешу. У Эдгара что? У него вроде там уже все должно... А, у него вообще нет. А почему? Это как так вышло? У него же стояло все. В смысле, вы поняли... Я не поняла сейчас вот этого причины, точнее, такого поворота. А что это такое-то? Почему не уделался-то куда-то? Тут вкачано это, я не знаю, нужно ли мне вообще. Здесь есть... Ты. Слушай, а у меня тут, в принципе, все есть? Ну, не знаю. Вообще, как бы... Ну, повышает уровни ежик. Давай, заодно и прокачаем, и в случае левелапа. Слоем, кстати, у меня не добавилось ничего. Нет, жаль. Я про мантру, кстати, забываю. Не надо этого делать. Так. Кормовой щит. Подозрительно, что-то вообще пипец. Сейчас еще огненное найдем наверняка в следующем сундуке. Вообще будет тушить свет. Потому что целый набор. Не просто так он, однако. Блин, вот хрен попадешь, слушай. Конечно, в эти драконы.
Давай. Пора бы уже. Это я трачу. Силы. А, сволочь, убить, убить, убить скорее, быстро. Просто если мы его не убьем, он уйдет. Вообще, думаю, кстати, когда у него маска, вот у Эдгара, я уже заметила, срабатывает, по-моему, ну, убийство полное, вне зависимости от того, сколько там жизик. То есть, вот как, помните, кинжальчик у нас был? Сейчас нас пришел. Кинжал на убийство. То есть, есть возможность убить. Может быть, это, конечно, все написано в описании пилы, а я не заметила. Считай, если серьезно. Что-то подавилось. Серьезно. О. Это, по-моему, один из лучших щитов вообще в этой игре, если не самый лучший. Ну, в какой-то части он точно был самым лучшим. Божечка. Не, вообще, на самом деле, все это очень здорово, но я бы его поставила... Слушай, да, самое прикольное, то, что я могу его, по-моему, на всех надеть. Вот эта фишка. Хотя, конечно... Громовой щит, ледяной. Ну, давай хоть какой-нибудь, слушай. Я бы его поставила бы с Элис. Как это вкусно выглядит. А? Не, подожди, красную кепочку я бы, наверное... Вот, да. Так, у меня, может, что-то там еще выпало, я не заметила. Кстати, во. Ледяной щит лучше, чем алмазный, серьезно? Прикольно, конечно. Ну, не знаю, вот людоед, но... У нас здесь люди, в принципе, не встречаются. С другой стороны, он атакует лучше. Ладно, пусть будет. Это было. Ну ладно. Ой, я потом буду, конечно, париться с распределением. Так, нам очевидно в большую ливерку, поэтому сперва сходим в маленькую. Ладно. Лориандн. Ну да, я так и думала, что Чикоба. И все мимо, да ладно. Вот это обидно сейчас было. И оно не умерло, прикинь. Ты прикинь вообще. Ладненько. Черт, почему огненный танец сейчас сработал, а мой мега-меч там какой-то? Нет. Так, давай ты его убьешь, и мы пойдем дальше. Спасибо, господи. 530. Ладно, пойдет. Долгий бой, слишком мало опыта. Ну, не долгий бой, но дольше, чем можно было бы за 500 опыта. Нужно, точнее, было бы. Так, сундук. Золотая шпилька, о! Вот и все. Помните, нам этот, как его звать там, волк все говорил, ай, я нашел там золотую шпильку, не отдам. Точнее, отдам. Но тогда придется пожертвовать муглом. Ха, сейчас. Так, где? Не вижу. Наполовину уменьшает расход емок. О май гадибр. Это просто прекрасно, конечно. Это надо, на самом деле, Терри будет пихнуть. С другой стороны, у нее, блин, кольцо героя. И серьги так хорошо, я увеличиваю все. Но придется... Ну, хотя не факт, может быть, это кольцо героя работало. Хотя... Короче, нужно будет поставить золотую шпильку Терри потом. Вы же понимаете, что она вернется к нам, да? Я думаю, это очевидно. Он же не останется там с этими детьми. Не то чтобы это было плохо, но... Когда не дойдет, что как бы, если она будет сидеть, ничего не изменится, и дети ему будут также подвергаться опасности, а нужно пойти и свергнуть Кевку, чтобы опасность вообще ушла в небытие.
Вот тогда она к нам и вернется. Правда, будет это когда неизвестно. Да умирает уже, господи. Все тени имеются. Пойдет. Надо потом еще будет найти место где-нибудь для качи. Я помню, я прокачивалась в одной из пещер. Я, правда, не помню, какая была эта пещера. Но с одним из драконов. То ли с последним, то ли с предпоследним. Может, и вообще не с каким из этих. Короче, какой-то, там была очень какая-то такая большая гигантическая пещера с драконом. Очень болючим. И я вот, когда поняла, что он болючий, я прям около него там бегала вокруг и качалась. И там было прям хорошо. Может, я, конечно, что-то с чем-то путаю, как всегда. Но вроде нет. У меня, знаете, какие-то такие отдельные образы в памяти есть. Потому что когда я играла в эту игру, господи, уже практически 10 лет прошло. Кошмар, я чувствую себя старухой просто какой-то. Ужас. 10 лет почти. Почти. Чуть поменьше, 7, по-моему. Я уже говорила, по-моему, сколько, но я забыла. Подожди. А как? А вот так. О! О, первый дракончик. Стоять. Первый дракон из 8, если кто-то не понял. Знаете что, я там сохранилась перед тем, как я нажала, поэтому если он сейчас будет мне не по зубам... Вообще должен быть по зубам. Ну, теоретически. Потому что это будет слишком жестоко. Если это будет не так... Так, ну давай. Нападай на меня. Ну, где ты есть? Эх. Подожди, я не хочу так. Надо как-то так встать, чтобы он на нас налетел. Так, как это сделать? Это придется обратно туда идти, да? Вот на мостик надо встать. Да, сейчас, короче. Или нет, вот здесь вот можно его выловить. Сейчас, все равно придется подраться, черт. Только подлечилась, блин! Сраные медведи. Ну что ты делаешь? Еще сейчас мимо нет, слава богу. Он сейчас с первого раза умрет. Ну ладно. Сабин, тебе придется не с полным здоровьем идти воевать с драконом. 5000, блин, охренеть. Серьезно, здесь можно денег наварить будет. Надо только запомнить, что это здесь, в Зузу. В Зазу. Каждый раз, чтобы сюда попасть, придется пихаться. Ох, ад. Давай. Давай. Штормовой дракон. Охрененно. На ком там грозовой тащит? Что это? Тра-та-та-та-та-та-та-та. Сколько жизни это снимут? Охрененно много. Мимо, мимо, черт возьми, мимими. Ничего, мы тебя убьем. На-на-на-на-на-на-на-на-на. А может нет, а может да-да-да-да-да. Да-д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 а
тобой сделать, прям даже не знаю я. Блин, он атакует, да, он атакует с теми же той же атакой, которая убивала всех и вся. Да, здесь, конечно, рунический меч Селис бесполезен абсолютно. Надо с тобой что-то сделать. Слушай, противное надо сделать. Не бей меня. Тра-та-та-та. Черт. Я знаю, что мне упал, сами знаете кто, но... Слушай, био-бластер на тебя как сработает. Вот тебе контратакой. Надо, короче... Печально. Слушай, подожди, дай бог, чтобы получилось.
Блин, да ты стебешься? Твою маха, старанта, ну почему мимо-то ты мне объясни, ну? Да, конечно. Ладненько. Сколько, интересно, у него ХП? Мне кажется, много. Вообще, кстати, я бы обновила бы битву. Потому что уже больновато. Слушай, интересно, я вот его что-то бью блицом. Может, имеет смысл обычной атакой его бить? Нет, не имеет смысла. У меня есть такое ощущение, то, что сейчас, если я кого-то подниму, он его убьет. И у меня, по-моему, даже жизни нет, да? У меня же нет жизни. Я же не вижу ее, да? Или нет? Ее нет! О, слушай, Фенрир. Давай призовем. Чего бы нет-то? Пора бы уже. И что это было? А что он дает-то? Я даже не прочитала, если честно. Ну, короче, да, он сейчас будет по нам промахиваться. Слава богу. А я буду лечить. Не, надо бы, конечно, наших поднять, чувачков. Мне кажется, лучше вдвоем. Хотя вдвоем, конечно, это рискованно очень. Ну, просто один бьет, другой лечит. Удобно в какой-то степени. Черт, мерцание пропало. Нет, нет, да, пропала. Я просто боюсь, не успею поднять и вылечить. Вот в чем дело. Хотя нет, может, успею. Лечи. Ну нет, ну блин, ну ты стебешься. Ой, как я тебе не... Хоть бы промахнулся, а? Да куда там, сейчас сдохнут все. Я так и знала. Вот это всегда жопа, вот это случается. Вот тут не, чтобы там промахнуться, да? Ладно. Так, ладно, давай сделаем следующим образом. Успей ты, твою Машу. Мне просто, я долго буду с одним сабином ковырять. Вот и все. Не хочу. Успею. Отлично. Можно было бы, кстати, сейчас наложить безопасность. У меня она есть, да? А, безопасность, да. Защита, короче, тут... А, только на одно рыло, блин. Обедненько так-то. Ладненько. Не надо так. Давай. Надо Сыцера приподнять, чтобы он хотя бы лечил. Но только нужно как-то выверить этот такой момент. Для этого. Он сейчас тюкнет. И вот так. Давай быстрее, ради бога. Как я не... Промахнись, пожалуйста. Если ты вообще способен это сделать. Твою мать, ненавижу тебя. Вот так всегда. Вот так всегда. Ход просран. Ладненько. О, вот это сейчас плохо будет. Ой, сейчас все передохнем. Не, нормально, кстати. Удивительно. Так, ладно, сейчас. Лечись. Найти ворыла. Сраный урод. Так, мне на пилу просирать не хочется. Угу.
Ты сейчас, наверное, зря вот это сделала. Быстрее успей, господи. Аллилуйя, нас четверо снова. Подожди, подожди. Быстро мантру. Лечение. Что там на него? На него вообще что-нибудь хорошо работало, кто-нибудь помнит? Ну ты скотина, конечно. Ой, ненавидеть. Только подняла, блин, понимаешь? Вот только что. Ну, презираю. Просто чтобы, если он будет опять это повторять, чтобы у нас было еще дополнительный персонаж, который либо может поднять, либо вылечить. Ой-ой-ой, миллиметраж. Too close, однако. Не, давай, давай в лечение, слушай. Болочки не хватает сейчас. Хотя, мне кажется, она тут... Ох, хорошо. Мне кажется, она тут тупо не помогла бы. Еще в лечение немножко ударимся. Так, спокойно. Что мне есть? Не могу неплохо действовать. Так. Символично. Месть. Ну, вот это, я понимаю, вот это битва, вот это уже приятно, да? И нужно быстро что-то делать, прям классно. 10 магических единиц, да. Сеуцер все. Чё я получила, не заметила, господи, скипнула. Вот это мне уже нравится. Первый дракон, done. Осталось 7 драконов. Замурчательно, о господи. Предлагаю отметить это тентом. На самом-то деле. И с хранением. Не, классно. Вот люблю этих дракончиков валить. Они прям такие... Ну, не сказать, что прям сильно челленджевые, но... Все зависит от дракона. Но все равно, согласитесь, это было интереснее, чем какая-нибудь рядовая битва. Пока что нам никаких интересных боссов, над которыми реально приходилось... Ну, пришлось бы попотеть. Или... как-то долго их мочить или быстро на опережение как-то действовать. Такого не было. Ну, не считая вот ту непонятную бабайну, помните, в лесу, которая нам попалась, которая в невидимость уходила. Но это не считается. Это потому что что-то левое было, а тут прям вот именно такие боссики. Люблю этих дракончиков, не могу. У меня прям, знаете, вот как в пятнашке у меня охоты были. Мне вот прям здесь очень нравилось их убивать. Слушай, я вообще в ту сторону иду. Я вообще откуда пришла изначально-то? Сверху, снизу, подожди. Что-то я запуталась. Я уже забыла, пока с ним дралась, откуда я пришла. По-моему, я пришла вот отсюда, сбоку, да? Значит, я все-таки шла правильно. Да? Или нет? Я забыла. Я серьезно, я пока дралась, я забыла. Здесь мост? Да, здесь мост, значит, я отсюда. Все, идем. В общем, очень в свое время мне нравилось бегать за этими дракончиками, искать их. Это было прям классно. И сейчас вот это чувство, знаете, азарта, прям оно вернулось. Не знаю, классно же. Это, кстати, сейчас был довольно показательный бой. То есть он нам намекнул, то, что вот ты как бы только-только... Вот. Сейчас на уровне таком стоишь, вот только-только, еще бы было пониже, было бы уже больнее значительно, поэтому как только закончишь с этими, со всеми локациями, иди, пожалуйста, прокачивайся, иначе мы тебе сделаем в следующий раз бобо. Так, хорошо. Я же не возвращаюсь сюда, нет, я не возвращаюсь. Шелковые цветы, красиво сделанные.
Дорогая Лола, я пишу, чтобы попросить вашего прощения. Я виновен в увековечивании ужасной лжи. Я только теперь понял свою ошибку. Я надеюсь, что я смогу все исправить. Ваш друг, который, как вы думали, жил в Моблизе, скончался некоторое время назад. Он все-таки помер, блин, мне почему-то казалось, что он выжил. Может быть, я с четвертой финалкой перепутал, там что-то очень похожее, по-моему, было. Я писал за него. Мы, люди, часто позволяем прошлому уничтожать наши жизни. Я умоляю вас, не позволяйте этому случиться. Пришло время посмотреть вперед, повторно открыть любовь и оценить красоту жизни. Вот сейчас нормальный перевод. Что мешало предыдущие какие-то тексты, вряд ли более сложные, чем это, перевести нормально? Странно. У вас еще вся жизнь впереди. Циан. Заперто. Чё это заперто-то? Ну как так-то, ну? Ну подожди. Здесь нигде не заныкано, не? Мир до падения, восхитительный рассвет благородного сердца человека. Что? Это типа стихи, что ли, какие-то, или что-то такое? Или песня? Циан! О, такой охренел. Эй, вы живы? Здорово. Я отправлюсь с вами. Я не оставлю мир в таком виде. Но как вы нашли меня? Подождите, скажите мне, что вы не читали мои письма. Позор. Мне кажется, в какой-то момент он просто, ну, как бы писал за того чувака, а потом, возможно, просто сам полюбил Лолу, ну, или как-то начал ей симпатизировать эти, они, ну... Циан, цветы великолепны. Это произвол! Что вы себе позволяете? Серьезно? Я узнала об этой бедной девочке, когда я проходил через город Маранда. Когда я услышал, что она посылала письма каждый день, но никогда не получала ответов, что-то внутри меня перевернулось. Когда я написал этой девчонке, я понял, что я был очень похож на нее. Я оглянулся назад. Я был полон отчаяния. Мои глаза были закрыты. А затем что-то изменилось. Ну, я был слеп, вернее, наверное, там. Я натолкнулся на сэра... Почему сэра? Почему он называет его сэр? В общем, на Гао. А, может быть, вот, то, что нам говорили. Чувак, который называет всех на «вы». Возможно, из-за перевода это так... Видимо, это Циан, который всех называет на «вы». Ну, все понятно. На Гао в Маранде. Он сказал, что должен стать сильнее, чтобы противостоять Кевке. Ну, он, очевидно, в Велите, да. Так, ну хорошо. Так, а как-то можно... Подожди, слушай. Не может быть, чтобы был сундук в этой локации и ничего тут... Ага! Ну, естественно. Так, а там что? Ничего. Газовать-то так за ключом, конечно. Что тут, что тут, что? Почему ребенок мог использовать эту хрень? Никогда не буду бояться машин. Эти документации по машинам и книга тайн. Чё? Можно как-то вниз, вот тут, как-то побыстрее, но не настолько. Так, броня силы, это... О, кстати, броня силы. Книга-то что? Я что-то упустила, да, в этой жизни?
Чё-то я не вижу. Черт с ним. Давайте одевать Циана. А, он же не с нами, черт. Ну да. Логично. Ладненько. Хорошо. В принципе, возвращаться можно. Подожди. Ну что-то опять закрыто. Пусто. Странный сундук какой-то. Ой, прям серьезно, возвращаться назад пешком? Что за эти долбанные пещеры? Ой, слушайте, а может я туда вернусь как-то своими силами, а серию закончим, чтобы вам просто это все не смотреть? Просто какой смысл? Слушай, ах ты сволочь. А, не, не получилось. Ха-ха! Бломись, тварь. Опять не получилось, что ж такое-то, а? Я вроде делаю нормально, же должно получаться. Ну ладно. В общем, о, сволочуга. Так, вот теперь точно надо убить его. Просто он может сбежать с этими деньгами. Нахрена мне это надо? Правильно? Стоять. Еще? Нет, господи. Наглая тварь. Я помню, у меня, кстати, эти медведи один раз... даже не один раз, по-моему. Тиснул 16 тысяч и свалил. Успел каким-то образом. Но не в этот раз. Так, умирай давай. Замечательно. Сколько-сколько там тысячи, да, было опыта с копейками? Ну, 15 тысяч. Это все понятно. Ой, наварить-то денежищ-то можно. Я, конечно, понимаю, что это от 15 там еще куча моих, но все равно. Это не важно. Но, походу, реально мне пешком придется возвращаться своими силами. Давайте реально здесь и остановимся тогда. В принципе, Циана мы нашли. В общем-то, дальше двинемся, может быть, за Гао, может быть, еще за кем-то. Посмотрим. Вообще, я хотела бы метнуться в Нарша, если честно. С другой стороны, помните, там еще один дракон будет, и я вот не уверена, готова ли я к нему. Но заодно и проверим, не знаю. В общем, позиркаем. Может быть, в Вельт все-таки метнемся, потому что, в принципе, я не думаю, что будут проблемы с получением Гао какие-то. Хотя, черт знает. В общем, ребят, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если так, обязательно ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, пишите, как вам бой с драконом, как вам вообще процесс, и как вам ситуация с Цианом. Вообще, если я не ошибаюсь, у нас будет еще квест, связанный с домой, и там будет довольно все любопытно, и связано должно быть вроде как с Цианом, если я не ошибаюсь. Может быть, нужно туда просто приехать, он сам что-то скажет, то есть это такое, знаете, неозвучное. То есть сам, если догадаешься туда прилететь, тогда тебе будет что-то. Не знаю, не помню, если честно, будет ли это по сюжету или нет. Но в любом случае мы все места посетим, обязательно все посмотрим. Надо аукцион еще не забыть посетить, может быть там что-нибудь добавилось. Потому что, по-моему, там все-таки можно что-то выкупить, очень клевое. В общем, будем на это надеяться. В общем, ребят, если вам понравилось, вы знаете, что делать. И до встречи в следующей серии. И двинемся на нашем прекрасном соколе далее по этому ужасному миру. Все, ребят, всем удачи. Не забывайте про группу. Все, всем пока.